Дорогие друзья, дорогие наши семьи и ребятня, сегодня не очень солнечный день и даже не выходной, но такой замечательный праздник. Ведь сегодня 8 июля, день семьи, любви и верности. Это замечательный день, который нужно отпраздновать всей семьей. Я отвечу вам с удовольствием. Садик твой за окном, дом твой рядом с тобой и семья. Это малая родина. Под пургой и дождем нас согреют теплом и помогут в любых ситуациях мамы милые глаза и улыбка отца, и ватрушки, и булочки бабушки. В мир идем из семьи, там и корни твои, твоя долгая жизнь начинается, и основа основ — наш родительский дом, и семьей в мире жизнь продолжается. Мне бы очень хотелось начать сегодняшний праздник со слов напутствия пары, которая вот уже 56 лет вместе. Уважаемые молодожены и все присутствующие здесь, дай Бог вам жизни всего-всего хорошего. Будьте снисходительны друг к другу. Любите детей. Дай Бог вам здоровых детей, конечно. От всего сердца желаю вам здоровья и счастья. Долгих лет жизни. Дорогие наши семьи, позвольте от лица администрации Кингисеппского района поздравить вас с Днем семьи, любви и верности. Хочется пожелать вам как можно чаще быть вместе, быть всегда вместе. Что значит быть вместе? Это значит поддерживать друг друга, это значит дорожить своим счастьем, это значит жить на... Thank you.
жилось хорошо, а может быть даже и лучше, чем где-либо, потому что мы любим свою малую родину, мы гордимся нашим городом, мы любим наше детство, наших детей и хотим, чтобы они были счастливы на нашей. С праздником вас! Любви, счастья, верности и всех самых добрых и сказочных впечатлений впереди. С праздником!